Если говорить о самой цифровой концепции, то здесь давайте разделим на две части. Это организационная и содержательная. Если мы говорим по организационной, то понятно, выходить на площадку онлайн-бронирования билетов, онлайн-информирования там и прочих цифровых сервисов для того, чтобы быть более доступным с точки зрения информирования и самого предоставления услуг в сфере культуры для югорчан. Смысловая часть, конечно, также будет развиваться. То есть, если мы сейчас имеем базовый комплект, стандартный, может быть, для всех мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история» в сети, являясь одним из 21 парка, при этом появляются какие-то самостоятельные проекты. Да, допустим, мы разрабатываем проект «Планетария». Купольный зал, он может использоваться не только как площадка исторического исторической концепции, но и, допустим, для изучения астрономии, например. Когда мы говорим о технических инструментах, то есть это не только тач-панели могут быть или проекционные формы. Допустим, сейчас мы под проект «Академическая история Югры» прорабатываем цифровую модель «Академической истории Югры», и это оборудование будет отличаться от того базового, которое у нас есть. Отлично. Если...